Дорогие товарищи, здесь уже было сказано много очень красивых, важных, хороших слов, но тем не менее... Сейчас хорошо слышно? Да. Да. Дорогие товарищи, было сказано уже много красивых, хороших слов, много произнесено красивых лозунгов. Но давайте сейчас поговорим немножко о конкретике, с которой мы сталкиваемся, и попробуем понять, что с нами происходит и что нам предстоит. Потому что прежде всего хочу обратить внимание, что очень часто мы путаем слова. Вообще, надо быть, как говорил Кормильцев, внимательными в выборе слов. Потому что очень часто, например, мы говорим о единстве, а понимаем сотрудничество. А если речь идет о сотрудничестве левых, то это по факту уже является реальностью. Мы этот форум проводим вместе, мы сотрудничаем, мы кооперируемся, мы выходим вместе на митинги. Я надеюсь, что будем и дальше выходить под едиными красными флагами. Но проблема не в этом. Проблема в том, как организовать единство левых сил и каково будет политическое содержание этого единства и кто с кем в итоге сможет или не сможет объединиться. Это первое. Второе. На мой взгляд, для людей, серьезно занимающихся левой политикой, вопрос не стоит, участвовать или не участвовать в общественном движении. Конечно, участвовать. Но проблема-то совершенно в другом, а именно с чем участвовать, как участвовать, с какими лозунгами, в каких формах, с какими требованиями и какую линию проводить в этом движении. И это вопрос совершенно открытый. Тут иногда и в процессе подготовки форума, и отчасти это звучит сейчас с трибуны, хотя меньше, возникает такое мнение, что вот нас разделяют какие-то идейно-теоретические проблемы, а вот объединяет единство действий. Вот, скажем, если были все вместе ходить на улице под одними и теми же флагами, то тогда как бы все проблемы решатся. Так вот, вот видите. Так вот, хочу сказать, что объединяет нас как раз, как ни странно, именно теоретическая готовность написать много общих слов. То есть написать красивые, якобы теоретические документы, проблема невеликая. Проблема принципиально совершенно другая, и эта проблема абсолютно не решена на сегодняшний день. Потому что, конечно, нужно единство действий, но на самом деле ни организационного единства, ни единства действий без политического единства не будет. А политическое единство, это, между прочим, единство, которое определяется единством политической линии по конкретным вопросам. И когда говорят, что мы разные, у нас очень много различий, это не совсем так. Мы, конечно, разные, но различий не очень много. Беда в том, что те различия, которые есть и которые должны обсуждаться, которые, собственно говоря, являются содержанием политики, они не обсуждаются. Например, президентские выборы, отношение к президентским выборам. Понимаете, вот мы сейчас имеем проект резолюции по президентским выборам, который, в общем, устраивает всех. Но что говорит этот проект резолюции? Что мы не будем поддерживать Путина и Прохорова. Понимаете, замечательно, левые договорились, что не будут поддерживать Путина и Прохорова. Я в восхищении. Понимаете, то есть, а вы что, думаете, что левые могут поддерживать Путина и Прохорова? Даже, вот мы дошли до того, что даже это не очевидно для нас. Реальный вопрос, который можно обсуждать, это вопрос, например, о том, поддерживают Зюганова ли, Миронова ли или бойкот. И, кстати, обратите внимание, что даже те, кто выступают за бойкот, тоже здесь не едины, потому что могут быть разные формы бойкота. Ну, допустим, сразу скажу, лично я сторонник бойкота, но дело-то не в этом. А дело в том, что вот если мы сейчас не договариваемся по этому вопросу, то завтра мы выходим и начинаем играть в разных командах, которые играют друг против друга. Потому что одни уже подписали Зюганову, другие, в том числе члены «Справедливой России», между прочим, будут работать на Миронова, третьи вести бойкот. То есть мы уже завтра, вот завтра, сегодня вечером, выйдя из этого зала, фактически начинаем работать в разных соперничьих, противостоящих друг другу командах. Понимаете, что это значит? Какое это единство? И надо понимать, конечно, исход выборов зависит не от нас, и не от того, какие мы сейчас примем решения. Но от этих решений, от наших позиций, зависит наша репутация на будущее перед теми самыми массами, к которым мы собираемся обращаться. Перед теми людьми, к которым мы хотим идти и нести какие-то идеи. То же самое, кстати говоря, касается нашего отношения к либералам и националистам. Дело не в том, что мы завтра можем как-то вытеснить, например, националистов вообще с митингов или из оргкомитета. Но мы должны очень четко заявлять позицию. И эта позиция будет услышана, увидена, и от нее будет зависеть, опять-таки, как люди будут дальше на нас смотреть.
Если бы Владимир Ильич Ленин каждый раз бы ориентировался только на то, что он может сделать сегодня и сейчас, то, наверное, надо было в 2014 году поддерживать империалистическую войну. А сегодня надо было поддерживать временное правительство. Понимаете? То есть надо занимать позицию с прицелом на будущее. И прекрасно, что понимаешь, что да, эту позицию не все поддерживают. Но надо иметь политическую смелость занимать позицию. И надо понимать еще одно, что касается отношений с либералами, с националистами. Кстати говоря, что касается отношений внутри наших собственных левых организаций. Что без политической определенности не будет массовой поддержки. Но политическая определенность – это всегда сужение спектра. И надо понимать, что есть определенная политическая диалектика. Необходимо сужение спектра политического ради расширения социальной базы движения. Потому что иначе этого не будет. Будет в лучшем случае широкий блок узких групп, которые будут не авторитетны, даже если они избираются вместе. Потому что населению, гражданам, трудящимся, рабочему классу, прежде всего нужна ясность и определенность. Люди не пойдут за теми, у кого нет определенности и ясности в собственных политических позициях. А вместо этого только общие пустые слова. Для того, чтобы мы могли идти вперед, нам нужно не просто говорить о единстве, нам нужно открыто и честно говорить о разногласиях, обсуждать их, принять решение, возможно, разделяться на несколько колонн, которые действительно по этим линиям готовы идти, но консолидированно и эффективно объяснять свою позицию, объяснять, что является более